От улицы Ленина по Центральной Красной до Пушкинской площади. Это уже привычный маршрут первомайского шествия в Краснодаре. Самого массового на Кубани. Людская река растянулась на несколько километров. Почти 50 тысяч человек. В унисон шагают представители профсоюзов, учителя, врачи, политики. В общем, все те, кто радуется весне или солидарен с трудящимися. Наша съемочная группа решила, что мы все-таки относимся ко второй категории. Трудимся в этот прекрасный весенний день. Ура! С самого утра центр кубанской столицы раскрашен яркими цветами праздничных колонн. Почти у каждого в руках флаги, цветы или воздушные шары. Люди поют, танцуют, настроение у всех праздничное и вполне первомайское. Многие пришли на торжественное шествие с семьями. Первомай – день весны труда, один из по-настоящему народных праздников. Лет 20 не ходил, захотелось. Какое настроение сейчас? Хорошее, праздничное. Это интересно, это чувство единства, которое здесь царит, это приятно. Я давно хожу, давно, с молодых лет. Сколько, посчитали уже, сколько лет вы ходите на первомайские демонстрации? Да лет 50. Приход весны, наступление тепла, любви, добра, счастья. Всех с 1 мая! По традиции ровным строем идут колонны студентов, рабочих и ветеранов труда. Разноцветие флагов отражает профессиональную принадлежность участников шествия. Трудовые коллективы пришли поддержать и политики. На митинге они выразили свою солидарность с трудящимися. В первых рядах праздничной колонны вместе с ветеранами и молодежью весь маршрут прошел и исполняющий обязанности губернатора края Вениамин Кондратьев. В конце маршрута уже с трибуны руководитель региона приветствует всех до последнего демонстранта, кто промаршировал первомаем в Краснодаре. Самыми заметными в прямом смысле и не только с трибуны оказались спасатели. Свою солидарность трудящимся выразили как можно наглядней. Отмечать 1 мая начали еще в 1889 году в поддержку американских рабочих, пострадавших при разгоне демонстрации в Чикаго. Сейчас достаточно пробежаться глазами по транспарантам, чтобы уловить основные тренды первомайских лозунгов кубанских трудящихся. Политических деклараций заметно не было, главные лозунги в основном социальные. За достойную зарплату, защиту трудовых интересов и стабильность в стране. А некоторые призывали не затягивать и заводить семью уже сегодня, 1 мая. Все 50 тысяч демонстрантов по центральным улицам Краснодара успели прошагать ровно за 2 часа. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.